В марте 2024 года в Санкт-Петербург поступили 5 трамваев модели 71931М «Витязь-М». Характеристики трехсекционного низкопольного трамвая «Витязь-М». Длина 27,5 метров. Посадочных мест 60. Вместимость 265 человек. Мощность тяговых электродвигателей составляет 432 кВт. Это почти 590 лошадиных сил. Трамвай оснащен системой автономного хода. Он может преодолеть до 1,5 км без подключения контактной сети. «Витязь-М» – это модернизированная версия трамвайного вагона 71931 «Витязь». На поставку трамваев «Витязь-М» действует один контракт с Санкт-Петербургом. Производством трамваев «Витязь-М» занимается два завода компании ПК «Транспортные системы». На Тверском механическом заводе электротранспорта делают кузова, а также производят сборку и испытания трамвайных тележек. А на Невском заводе электрического транспорта в Санкт-Петербурге производится окончательная сборка трамваев. С 2017 года ПК «Транспортные системы» произвели и передали заказчикам 532 трехсекционных низкопольных трамвая «Витязь-М». Еще 11 трамваев «Витязь» были переданы в 2015-2017 годах. Теперь давайте посмотрим на географию поставок. «Витязь-М» можно назвать столичным трамваем. С 2017 года его получили только Москва и Санкт-Петербург. Друзья, теперь все ролики доступны и на Рутубе. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии.